Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите. Сегодня я хочу вам показать очень-очень быстрый завтрак. Вам понравится. Смотрите, что я приготовил. 3 яйца и добавил 50 грамм молока. Немного помидор, лук, чеснок, укроп. Я буду использовать тортилью, вы можете заменить на лаваш. А также у меня здесь сосиска и сыр. Давайте я быстро покажу, как я все буду обжаривать. Добавляем сосиску, лук, чеснок, помидор, укроп. Добавляем яйцо. И подсолим. Добавляем сыр и переходим к нашему финальному этапу. Друзья, смотрите, какая вкусняшка у нас получилась. Я люблю добавить немного горчицы. Не острый. Это получается очень пикантно. И здесь уже, насколько вы любите. Добавляем нашу начинку. И обжарим по несколько секунд на сковороде. Смотрите, как аппетитно у нас получается. Начинка может быть разнообразная. Грибы, любой сыр. Все на ваш вкус. Смотрите, друзья, как аппетитно выглядит хрустящая корочка. Ох, быстрый, вкусный завтрак. Очень, очень аппетитно. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Подрезаем. Смотрите, как аппетитно выглядит. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Вот такой завтрак у нас получился. Я люблю его подавать на общем людям. Все взрослые дети будут в восторге. А вы оставайтесь с нами. Вам хорошего настроения и здоровья. Пока!